Прикоснуться к оружию, вершившему судьбы людей, взглянуть на редкие кадры военных лет, узнать историю организации полицейского ведомства. В Департаменте внутренних дел прошла акция «Ночь в музее». Подробности в сюжете, подготовленном при содействии пресс-службы Департамента внутренних дел. От школьников до пенсионеров. Познакомиться с экспонатами лучшего ведомственного музея республики пришли 300 горожан. С 3 часов дня и до 11 вечера у каждого была возможность прикоснуться к настоящему оружию и узнать его историю. Допустим, ствол от чешского пулемета и пистолет Коровина – это экспонаты подлинные того белочешского мятежа. Сабля 1608 года – тоже самое, участница тех кровавых событий. Оружие, которым убивали наших милиционеров, холодное, огнестрельное, оно служит в витринках. Громкие преступления – пятерное, двойное убийство, оружие, все настоящее, все подлинное. Поэтому, глядя на них, конечно, каждый экскурсант может ужаснуться, что вот именно из этого оружия было совершено такое страшное кровавое преступление. Мероприятие приурочили к Международному дню музеев. Интерес к истории родного края привел сюда спортсменов, бывших полицейских и общественных деятелей. Очень впечатлила экскурсия. В некоторых местах даже заставила, собственно говоря, всплакнуть, потому что мы сегодня узнали о героях нашего города, которые не боялись жертвовать своей жизнью ради спасения других людей. В конце вечера особый сюрприз. Полицейские сменили форму на сценические костюмы. Перед гостями предстали ожившие образы истории и современности. Они рассказали о героях прошлого, становлении казахской независимости и триумфе юной столицы нашей страны. Алина Баржанова при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел.